Всего за час зрители спектакля увидят сразу несколько этапов из жизни балерины Матильды Кшесинской. Это и маленькая девочка, которую любят родители, и прима императорского театра, и возлюбленная Николая II. Именно встрече монарха и танцовщицы создатели посвятили основную сюжетную линию. В роли балерины из прошлого балерина современная, заслуженная артистка России Мария Стрельченко. Постановку приурочили к ее 25-летию творческой деятельности в театре. Совсем другая эпоха балетная. По-другому танцевали, были другие костюмы, обувь балетная. Все было по-другому, поэтому нам сравнивать сейчас это некорректно. И скажем так, что по судьбе истории так сложилось, что ни хроника не сохранила видеоисполнение, поэтому судить можно только по воспоминаниям балерин, которые с ней работали, там, после нее, которые хорошо отзывались. На сцене прозвучит музыка Петра Чайковского, Фредерика Шопена и Антонина Дворжака. Одним из главных партнеров артистов балета стал тот, с кем им работать привычнее всего. Этот станок перекочевал на сцену прямо из танцкласса. Ну, наверное, самое интересное в этом балете, во-первых, компактная сцена, на которой балеты вообще как бы сложно ставить, на маленькую сцену. Вот. Но здесь у нас объединяющий фактор – это балетный станок. Это такой главный персонаж, главная любовь к Кшесинской, балетный станок. И он стоит как вкопанный весь спектакль, все происходит вокруг него. Премьера драм-балета «Матильда» пройдет 3 ноября на малой сцене Иркутского музыкального. Нежно охает ячменная солома, свисая с губ кивающих. А вот в иркутской драме главный герой нового спектакля Сергей Есенин. Гуляка, герой-любовник, несчастный романтик. Наверное, так думают многие, когда вспоминают о нем. С этой трактовкой авторы постановки решили поспорить. Сегодня состоялась ее премьера. В спектакле «Есенин. Я последний поэт деревни» рассказ о бесконечной любви классика русской литературы к селу Константиново Рязанской губернии, откуда он родом. Большое количество поэтов, которые были всякие разные. Он к имажинистам примыкал, которые вообще отрицали как бы поэзию как таковую лирическую. Ну, поэтому у него еще... Это мы взяли только одну тему – любовь к родине, к малой родине именно. Потому что мне кажется, что сейчас это очень актуально. Это очень актуально. В постановке о хлопковцев Есенин воспевает красоту родной природы, русской души и признается в любви к матери и сестре. Спектакль уже оценили первые зрители. Я пришла на спектакль с бабушкой, и когда мне было около 4 или 5 лет, бабушка в деревне читала мне стихи про собаку и про корову Есенина. И только увидела я о том, что наш драмтеатр показывает спектакль по Есенину, я сразу же купила билеты, пригласила бабушку, и вот мы здесь. Вообще чудесно было, замечательно, мне все понравилось. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков. Новости сейчас.